сейчас вот проехал Кыштым. Ну да, естественно, я вообще подъезжаю уже, я вот скоро буду уже, выйду на Свердловскую, на Челябинский тракт и уже буду так подъезжать. Ну часа через два, если там, вообще-то там может быть пробка на въезд. Поэтому сейчас вот выйду, и там будет ясно, что получится.